большой привет, с вами Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю шоколадные кексы. Шоколадные кексы у меня будут на молоке, также их называют шоколадные маффины. Для приготовления нам понадобится 2 яйца, сахар, мука, молоко, растительное и сливочное масло, какао, немного темного шоколада, щепотка соли, сода и немного уксуса, чтобы погасить соду. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Я буду использовать сливочное и растительное масло. Можно использовать что-то одно. Сливочное масло растоплю в микроволновой печи. В миску выбиваю 2 яйца. Добавляю щепотку соли и 160 грамм сахара. И взбиваю миксером в белую пышную массу. Далее добавляю 250 миллилитров молока. Вместо молока можно добавить кефир. Желательно, чтобы молоко было комнатной температуры. И добавляю 50 миллилитров растопленного и остывшего сливочного масла. И 30 мл растительного масла. И еще раз немного перемешиваю миксером. Затем одну чайную ложку с горочкой соды погашу уксусом. Вместо уксуса можно использовать сок лимона. Если вы пользуетесь разрыхлителем, то добавьте 2 чайные ложечки. Все немного перемешаю и буду просеивать муку. Сначала я просеиваю 200 грамм муки и затем смотрю на консистенцию. Если нужно, добавляю еще 1 или 2 столовые ложки и 3 столовые ложки какао. И все тщательно перемешиваю венчиком. Вот я вижу, что муки еще недостаточно, добавлю еще 2 столовые ложечки и перемешаю. В описании под видео я вам укажу, сколько мне понадобилось муки в общей сложности. Консистенция теста должна получиться не слишком густая и не жидкая. Вот такая. Оно стекает ленточкой с венчика. Также в тесто можно добавить разные добавки, орехи, сухофрукты. Я добавлю сегодня темный шоколад. Я его порубила на небольшие такие вот средние кусочки. Далее подготавливаем формочки и заполняем тестом формочки примерно на 3/4 части. У меня получилось ровно на 13 штук. Отправляем запекаться шоколадные кексы в духовку, разогретую до 180 градусов на 25-30 минут. Получилось очень вкусно, красиво, ароматно. Запах стоит непередаваемый. Давайте же посмотрим, какие у нас кексы получились внутри. Посмотрите, пористые, красивые, душистые, ароматные, с кусочками шоколада внутри. И очень-очень вкусные. Обязательно приготовьте шоколадные кексы по этому рецепту, вам очень понравится. Порадуйте своих близких и родных. Это отличная выпечка к чаю, которая готовится буквально за считанные минуты, плюс время на выпечку. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой канал почаще, впереди вас ожидает много интересных и вкусных рецептов. Всего вам самого доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.